Лидер чемпионата команда «Джитесу» до встречи с нашим клубом имела в своем активе 19 очков, тогда как у подопечных Зураба Арчивадзе в копилке пока нет ни одного. В начале первого тайма экибастузские ребята навязывали свою игру и на 14-й минуте старания увенчались успехом. Куаныш Бегалин открывает счет. 1-0, экибастуз впереди. Но радоваться болельщикам пришлось недолго. Уже через 2 минуты нападающий ЖТСУ Сабырхан Ибраев сравнивает счет. Игра у команды хозяев не шла. И еще через 14 минут возрастной и опытный нападающий Олег Храмцов, игравший в свое время в основном составе Иртыша, выводит ЖТСУ вперед. 1-2. Первый тайм так и закончился со счетом 1-2. Куаныш Бегалин имел хорошую возможность оформить дубль. Но мяч попал в перекладину, а уже на 65-й минуте игрок из Талдыкургана забивает третий мяч. Игра была накалена до предела, и на 76-й минуте Юрий Чифин из экибастуза получает вторую желтую карточку и покидает поле. Это удаление не повлияло на исход матча. Встреча так и закончилась со счетом 1-3 в пользу гостей из команды ЖТСУ. Следующая игра футбольного клуба «Экибастуз» на своем поле состоится 24 июня в 18:00 с командой «Кайрат» из Алматы.